Мужики, снова всем здорово. Всем привет. В общем, приобрел Chevrolet Cruze. Приехали, все нормально было. Сегодня завожу, короче, и что я вижу? Код 84 написано, ошибка. Чек горит. И, короче, не набирает мощности, не едет нормально. В общем, что, посмотрел в книге. Написано недостаточно мощности. Ну и что, почитал, посмотрел. Проблема, вроде как говорят, друсельные заслонки в основном. Вот она, друсельная заслоночка у нас. Вот она находится. Сейчас мы ее будем разбирать, смотреть, что за проблема, и будем делать. Так, ну что, мужички, начинаем ремонтировать нашу заслоночку. Сейчас отсоединяем аккумулятор. Все действия, которые будем производить, там подходят клеммы, все там, электроника, электрика. Отсоединяем аккумулятор от нашей машинки и будем снимать друсельную заслоночку. В интернете пишут, что начинаются вроде как от нее проблемы. Ну, будем разбираться, будем смотреть. Так вот сделаем, чтобы она туда у нас западала. Сейчас вот все, аккумулятор мы отсоединили. Сейчас я настрою туда на друсельную заслоночку. Никогда я этого раньше не делал, я вам признаюсь. Chevrolet мы взяли недавно. Пробег, короче, у него тоже не маленький. 150, а почти 160 тысяч, ребятки. Сейчас снимем вот это все, там вот и все, поубираем вот это и будем рассоединять. Кто-то говорит, она бывает тут засратая, надо чистить, там мыть ее. Ну, в общем, сейчас откроем все, посмотрим с вами, своими глазами. Первый раз я это делаю. Сейчас откроем, поглядим, что там происходит. Может, все обойдется там, чисто вот этими помыть, почистить. Так, сейчас давление вот здесь еще расширительной бачки скинем. Вот, все, давление сбросилось. Машинка у меня, это первый раз, такой никогда не было. Был так Hyundai Santa Fe дизелючек у меня. Единственное, что минус 25-7 было, там проблема была у меня с запуском. А так, в принципе, неплохая машинка тоже была. Ну ладно, сейчас будем разбирать Chevrolet, глянем, что тут с ним будет происходить. Посмотрим. Никогда не разбирал я, но куда-то в сервис ехать тоже сейчас. Цены сами знаете какие. Тут только купил. Не знаю. Ага, все, тасольчик мы. Шлангочку сняли. Чуть пробился, ничего страшного. Сейчас мы ее в сторону сюда вот так вот уберем, чтобы не мешала она нам. Так, ребятушки, пошли дальше. Сейчас я эти кладки бочки отсоединяем, чтобы они нам не мешались. А вот еще пластмассы этой много, блин, пластика. Мы если ничего не поломать, но никогда что не делал. Так, ладно, сняли второй. Сейчас дальше посмотрим, что здесь. Так, сейчас знаете, что сделаю? Вот закидыш вот таким. Какая-то новая машинка. Ну, чтобы ее не запачкать, нет. Вот так сейчас сделаем. Вот так вот. Пускай не новенькая, но она же своя же все-таки. Так, ребятки, значит, дальше поехали. Так. Сейчас вот этот еще хомутик отсоединим. Так сделано тоже неудобно, да. А неудобно почему? Потому что нету специализированного инструмента, который должен, кто занимается этим, должен быть. А мы так как любители и делаем сами. Сейчас попробую туда ее сделать. Покупать его для того, чтобы ну, мы сейчас сами вот это тоже уберем. Ну что, мужички, в общем, мы разбираем и дальше. В общем, Chevrolet Cruze, друсельная заслоночка, снимаем. В общем, код ошибки был 84-й. Там на мониторе показала. Там, где бортовой маленький компьютерик. Ну, все вроде как пишут, что проблема начинается отсюда, с друсельной заслонки. Ну что, вот эти подрубочки снял. Здесь вижу небольшой нагар, есть. Ну сейчас, ладно, сейчас все открутим, все снимем, и я вам сейчас все покажу. Может, это действительно все и не отсюда вся проблема. Короче, такая тема. Сегодня утром приехал. Вообще, мы ее купили недавно, тут пробег, конечно, тоже не маленький, 160 тысяч. Но дело в том, что гнал я, ну, километров где-то, наверное, то с чем-то. Мы ехали где-то. И это, вроде проблем никаких не было.
доехали нормально. Сегодня с утра стал заводить, чуть отъехал. Тяга пропала. Обороты маленькие, короче. Ну, где-то до полторы поднимаются. И пишет код ошибки 84. Код ошибки 84. Там у меня есть небольшая книжечка, которая идет там по эксплуатации там, автомобиля. Там написано, в общем, не, недостаточно мощности. Ну, в общем, решил снять, как люди пишут, рассказывают. Начинается все от русельной заслонки. В принципе, открутилась она вроде как не сильно вот и тяжело там прям. Сейчас я, брат, вам покажу поближе все это дело. Так, вот оно, смотрите. Дроссельная заслоночка. Сейчас я приближу, вон она там. Блин, солнце сейчас свечивает. Ну, вон, короче, нагарчик. Нагарчик есть. Сейчас я установлю видеокамеру. Тут вот у меня вот столик такой небольшой. Вытащил фасад. Да, чтобы все рядом было не видно, точно запечатали. Честно признаюсь, никогда этого раньше не делал. Шевролет, я говорю, мы взяли недавно. Так, вроде неплохой, все. Понравилась мне машинка. Так, ну что, снимем сейчас вот это все требуху. Ну да, новички, здесь, конечно, блядь. Завтра она тут будет. Так, что-то не помню, как это пихер, блядь, отсоединить. Что все, блядь, еще не обломать. Так, сейчас возьмем отверточку. Тут она, короче, вот. Смотрите, что происходит. Чернота. Черное все. Ну, он сказал, тут владелец, чтобы на 92-м ездил. Сколько ездил, он что-то ничего не сказал. Сейчас я вот здесь чуть-чуть тенечку так стану. Вот, смотрите. Короче, срань там. Ну, ладно, сейчас все это будем отмывать. Очищать. Сейчас я еще эту видеокамеру вылазу, так неудобно. Так, вон она там еще что-то. Нагарчик есть там вот внутри. Сейчас я приближу. Ну ладно, сейчас там все будем тоже чистить. В общем, такие дела. Из-за этого, как пишут, что может быть. Сейчас вот приезжу сану. Вот здесь вообще шикарно видно. Вот, смотрите. Все, короче, в фламицине в этом. Ну ладно, сейчас буду разбирать все, чистить, вот это вымывать. И тогда мы с вами поставим и глянем, как оно будет работать. Все, больше снимать пока не буду. Вот наш шевролетик, грузик. Все, сейчас поставлю обратно сюда пока. И поставлю, наверное, на паузу. Вот. Так, вот, мужички, смотрите, это дроссельная заслонка Chevrolet Cruze. Мы же с вами ремонтируем сегодня. Гляньте, что здесь творится. Здесь капец, нагарище, мама родная. Ну все, сейчас будем это, сейчас очищаю все. Вымываю, сейчас вот здесь чищу фуфламицин. И начинаю мыть ее аккуратненько щеточкой, очистителем там специальными тоже. Все вот это вот. Короче, вам не видно, да, вот. Вот. Говна, короче, кошмар. Ну все, разбирали. Ну и все, поставим, потом посмотрим, что. Как будем собирать, я вам тоже покажу. Так, ну что, мужички, вот я приготовил, короче. Короче, мыть будем вот так вот, аккуратненько. И будем вот сюда переворачивать. Мне кажется, чтобы не налило сюда, в этот механизм растворителя. Здесь, смотри, вообще все аккуратно, все. Все, все чистенько здесь. Никто ничего не поддевал, не скрывал. Вот здесь только я пробовал ее открыть. Вот, это я вот поддел, пробовал открыть ее. Ну, думаю, ладно, скрывать ее не будем. Не надо. Вот так аккуратненько сейчас перевернем. Вот здесь все аккуратно будем вымывать. Вот так вот все повымываем, вот так вот. И с этой стороны, видите, там все в этом, в нагаре, в фуфламицине в этом. Ну, в общем, посмотрим, с вами будем заниматься, что получится. Я думаю, что получится все-таки у нас должно. Мы с вами не рукожопые. Все, ну, сейчас аккуратненько оно все вымывается. Все видно, конечно, там. Все это аккуратненько вымывается, есть нагарчик. Сейчас мы все это с вами протрем, вымоем. Все это. Это тренировочным, ну и обычным растворителем. Я не думаю, что это что-то тут могло и повредить. Сейчас аккуратненько все вымываем. И будем собирать. Так как мы договаривались, переворачивать не будем. Так, для конца сейчас здесь все это. Но у меня такое предположение, что это здесь никогда ничего не разбиралось. Что-то на первый взгляд сюда кажется, что...
Сейчас все умываем, сразу здесь помоем, чтобы все у нас чистенько было. Все обезжирено, она чистенько. Потом заслоночку приоткроем. Чуть-чуть прям рукой. И помоем мы ее. Там края все вымоем, все, чтобы она четко прилегала. Этого я никогда не делал, я вам честно признаюсь, это я делаю первый раз. Ну, что примерно получается. Глянь, братцы, смотрите. Смотрите, все отмывается, все аккуратненько, глянь. Как новье становится. Сейчас мы и корпус все помоем аккуратненько тут. Все вычистим, сейчас первое здесь все вычистим. У нас вырытим, делает свое дело. Сейчас все это вынимаем. Потом все это сухой тряпочкой протрем. Компрессоре ключом продуем все это. Не прилегает, тоже надо все хорошо вынуть. Там же резиночка идет. Я вам показывал до этого, мы же снимали с вами. Снимали, я вам все показал. Здесь что там идет. Хотя я сам первый раз все вижу. Так, все. Заслоночку приоткрыли сейчас. Здесь, по-моему, заслоночку сама. Вот эти вот ребра тоже натрем. Ага. Ну, блин, он открывается. Ну, что, нельзя так открывать, а? Ну, что, все будет так нельзя, да? Ну, закрывайся. Так, все, мы здесь вымали с вами. Так, ну что, мужички, вот она, гляньте. Заслоночка, все чистенько у нас. Почему-то вот она здесь, вот зазорчик есть небольшой, видите? Сейчас я... Вот он небольшой там зазорчик, вот он, может, вам видно? Я не знаю, может, он так и должен быть. Чтобы не плотно прям туда вот прилегает, вот там. Все, вымали нормально, мне кажется, все, тут даже на чуть еще можно натирать меня. Все, сейчас тряпочкой протрем. Тряпочкой вот сейчас протрем чистенько. Все, протираем тряпочкой. Это, мне кажется, отлично. Вот это сейчас тоже все протрем. И с этой также стороны все попротираем. Мне кажется, ничего там сверхъестественного нету. Мы прям как я знаю, кто-то говорит. Все. Ну это вот прям тосол попал. Вот он тосол попал чуть-чуть. Вот она. Мы сейчас все это повытираем. Сейчас тряпочку намочим. Намочим тряпочку. Так прям вот выдам, смотрите. Сейчас посмотрим где-то. Вот, ребятки, сейчас намочим ему тряпочку. И пойдем с вами прямо туда сейчас в машине и там внутри протрем, где я вам показывал. Где там тоже говна, блин. Вот он. Вот там. Тут тоже говнеца, я вам показывал, что тут мамородная тоже тут. Это все это последствия нашего бензина и всего остального, ребятки. На пятом мы ездить с вами не будем, блин. Это очень дорого, блин. Сейчас вот здесь все протрем аккуратненько. Все эти места там, внутри там все это. Чтобы ну, все у нас было там чистенько. Так, протираем дальше. Короче, я вам говорил, код ошибки 84-й. Стало, короче, обороты до полторы держит и все, больше не поднимаются. Почитал в этой книжке, что я вам говорил. Книжка-то я глянул, ну не то, что ремонт, а вот это, что шла с ней там. Потом я вам покажу ее. Ну маленькая там инструкция, там всякая ерунда. Там написано эти ошибки, но там написано недостаточная мощность. Вот, что было написано. А люди в интернете рассказывают, что это дроссельная заслонка может быть. Как мы убедились, она была вся фуфламицинезая. Главницы это, да, которые ездят, да, и подается двигателя сюда, с воздуха. Ну все, ладно, сейчас мы здесь вроде как чистенько все вытерли. Ну все, братцы, что тут еще можно показать? Все. Все, вычистили вот там все тут. Заслонка вот она. Почистил, вот она резиночка стоит. Так, ну ладно, сейчас я, наверное, поставлю вот так вот. Чтобы камера не держится, да? Так, сейчас я еще, наверное, вот так вот сдвину, блин, чтобы мне просто неудобно было, если камера будет. Сейчас все, сейчас буду ставить. Как сейчас мои даты не обнимают. Это если он уважает, он скидывает там юрист.
сейчас на поставлю. Мне кажется, все равно, как бы мы мыли, попало туда этот растворитель. Сейчас. Так, ну что, мужички, будем ставить, наверное, эту друсельную заслонку. Сейчас я возьму мазь, чуть-чуть смажу болтики. Взял мазь, сейчас чуть-чуть вот здесь вот посадочно смажем, вот здесь вот именно, где болтики. Там, где резиночка, мы ничего трогать не будем, мы прошли с вами там. Тряпочкой все сделали там. Сейчас вот здесь вот чуть-чуть мазево. Так, здесь мы с вами все пробежались, все чистенько тут. Все. Так, вот оно у нас все. С вами мы ее вычистили, вот она аж блестит, он на солнышке переливается. Так, ну все, вот эту сейчас ставим ее. Как она и была. Так она была. Все, братцы, сейчас. Вот два болтика так, чуть-чуть мазанул. Ну, или вдруг кто-то будет откручивать в следующий раз. Или мы с вами же будем опять это делать. Опыт у нас уже есть, как откручивать. Сейчас соберем, заведем, глянем все, как оно будет все. Так, также вот и болтики. Чуть-чуть там мазиво, чтобы... Оно же тут дюраль получается, скорее всего, это ж, чтобы оно окисления не было. Чуть смажем. В следующий раз нам было, нужно было открутить, если это мы будем делать. Так, вот сейчас все собираем. Так, ничего там, ничего там не вытаскивали. Все. Сейчас оживляем. Сейчас мы все это затянем, подтянем как следует. Так что фиг его знает, снималась она, не снималась эта заслонка. Сказать я вам ничего не могу, это точно, потому что я ее взял уже как есть, с таким пробегом, все. Может, уже кто-то на меня снимал и мыл ее также. Так, сильно тереть не будем, подтягиваем. Книгу, конечно, бы надо по ремонту и эксплуатации этого автомобиля приобрести, конечно. Так, вот эту защелочку сейчас мы раз установили, все, чик, защелкнули. Сейчас я вам покажу. Вон она там, защелочка. Вот она. Чтобы ее снять, вот. Вот она защелкивается, чтобы ее снять. На себя тянете ее вверх, сюда вот. Вот так потянули, сперва эту беленькую. Класс. А вот здесь вот там язычок внутри. На язычок нажимаете, снимаете. Там вот язычок, вот он, сейчас я покажу, вон он язычок. Вот он язычок. Вот он, нажимаете на него и снимаете. Так же и обратно. Щелк, защелкнули, и вот эту белую, как стопор. Клац его туда, вовнутрь. Все. И она у вас там стоит. Это я сам только первый раз это увидел, вычислил. Ну все, дальше соединяем, все. Так, здесь мы все подсоединили с вами, да? Так, вот эта трубочка так и шла у нас. Что-то здесь никому, конечно, не стоит. Так, это подсоединили. Здесь мы сбоку ничего не снимали. Все притянуто у нас. Так, погнали дальше. Что нам надо сейчас? Ага, это сейчас мы потом в крайнюю очередь, наверное, сделаем. Ставим хобот вот этот, хобот-тучек устанавливаем. Вот эти вот прорезики вот здесь есть. Они устанавливаются вот четко на свои места, ребят. Так что вы не ошибетесь тут. По-другому вы не поставите его. Сейчас мы хомутик сразу оденем, наверное, что-то позапараться тут. Ну, я же говорю, это мы делаем с вами первый раз. Это вот сегодня я с этой проблемой столкнулся. Так. Так, ребятки, все. Хорошенечко все подтягиваем. Все хомутики, все, ничего не забываем. Подтягивать. Все это затягиваем. Все, хорошо так подтянули. Главное, чтобы там ничего не обломать, сильно не притянуть. Оно тут все, блин, пластмассовое. Пластмасска, резиночка эти, только надо сильно переть нельзя, это будет капец нахер. Так что ломайте, потом надо будет, блядь, топлеть, еще какой-нибудь херней заниматься. А еще, блядь, хуже это ехать, это искать, блядь. А так как мы живем здесь в небольшом ауле, блядь, этого найти очень будет тяжело, блядь. Так, все, одеваем. Здесь вот еще даже, блядь, вставляется у меня специально.
Это хорошо, если вы где-то находитесь в большом городе, блядь. Там, где есть разборки большие, там, где магазины большие есть, блядь. Так, все, сейчас. Вот этот мы установили хомутик сейчас. Берем вот эти кусочки, у меня такие есть. И натягиваем сюда, и, блин. Надо было сперва ее установить, скорее всего. А, в принципе, нормально она. Сейчас, братцы, поставим ее здесь, где она. Вот, как она и стояла. Все, четко, пускай так она и будет здесь. Так, вот эта шланочка у нас шла вот сюда. Это видно, скорее всего, это охлаждение идет этого, дроссельной заслонки. Это идет охлаждение, и она стояла вот сюда. Не перепутать. Да здесь ничего не перепутаешь. Здесь все, блин, ставится на свои места, блин. Если только, блядь, нахрапом выпереть ее там, вытянуть, блядь. Она что-то здесь вот переборщила. Так, вот, братцы, все, эту тоже установили, как она стояла. Так, теперь вот этот вот флуоресцент ставим сюда. Так, а здесь защелка где она была? А, скорее всего, она вот здесь вот была. Вот так вот, наверное. Так, ну и здесь. Что-то здесь не помню как раз. Ну ладно, то не важно. Главное, чтобы она сильно вверх не торчала, чтобы ни в капот никуда она не уперлась. Хотя навряд ли она куда-то упрется. Ну, поставим ее, давайте, вот так вот. Вот. Ну, там, здесь, мне кажется, ее даже потом вот так и удобно снимать. Вот. Так, ну что? В принципе, просто мы все собрали с вами. Все собрали, сейчас вот этот всю хлам убираю. Наши ключики. Давай, нам надо еще аккумулятор. Так, все, мы здесь все собрали. Все, брата, мы здесь с вами собрали. Сейчас мы будем с вами. Так, сейчас аккумулятор закручиваем. Закручиваем пробку. Так, пробочку, братцы, не забываем. Давление же мы скинули с вами. Обратно все закручиваем. Все. А на раз, в гуша не идет. Так, также ставим обратно все. Обратно последовательности. Аккумулятор. Так, скручиваем все. Подтягиваем, все норму. Защелочки наши все. Все сработало, все защелкнулось. Так, здесь. Тоже все подтягиваем ключиком, чтобы ничего не болталось. Хороший у нас был. Хорошая масса, хороший плюс, минус, все. Все норму. Так, все, здесь. Так, где-то сами там нет, рядом. Все. Так, сейчас руки вытираю. Ключик, ключик, где ключик? Так, сейчас пойду ключ возьму. Так, мужики, сейчас берем вот эту тряпочку и идем запускать двигатель. Все, тосоло у нас не ушло, там слилось чуть-чуть с этого, конечно. Я думаю, это не проблема. Сейчас пойдем запустим. Сейчас запустим, посмотрим, я вам покажу. Просто со штативом, блин, еще неудобно. Ага, все, стоит вот здесь, сейчас я просто положу. Задницу вроде все-таки пускай не новая, ну. Все, что надо, чтобы чистить я был, ребят. Так. Так, так, так. Все, уселись. Так. Обязательно выжимаем сцепление. Без сцепления машина не заведется. Так, ребята. В общем, что я хочу сказать. Ошибки нету. Вот здесь она была. Ну, что говорит? Чек горит, ошибки нет, это была ошибка 84. Все. Итак, мужички, завести там и завели. Ошибка пропала. Но дело в том, что обороты плавают, неравномерно что-то работает. Короче, думаю, откручу свечи. Одну свечу я уже выкрутил. Одну свечу выкрутил. Смотрите, что с ней. Хер я пойму, блядь, она что-то... Что за херня, блядь? Короче, вот, знаете, что с ней произошло, блядь? Хер поймешь, блядь. Она как отгорела или хер уже. Ну, короче, капец, блядь. Мне кажется, она, наверное, свечи, блядь, никогда не менялись. Ладно, сейчас выкручиваю вторую. Будем смотреть сейчас еще одну свечу. Поеду за свечками. И будем их, наверное, скорее всего, менять. Ну, она так и так их хотела поменять. Свечи, масло, фильтрацию сменить. Все это хотел поменять. Ну, вот как раз и залез сюда. Свечи какие-то МЖК, написанные на ней. Так, ну и здесь такая же песня, я не знаю, блядь, что они свечи, может, такие и должны быть. Кто может, что, блядь. Тут зазор, конечно, ёлкин дрын. Кошмар. Что, мне кажется, что они не должны такими быть. Ну ладно, сейчас это. Разбираем, короче, еду. Еду в магазин. За свечами. Будем, короче,
Смотри, что, неужели, неужели они такие должны быть? Что-то я не пойму. Такой зазор у них здоровенный, бля. Я же говорю, у меня никогда такой машины не было, я не знаю точно, не могу вам сказать. Такие свечи должны быть, не такие. Сейчас я его выкручиваю и смотрим. Еду в магазин, привожу новые. И решим, такие они или нет. Так, брат, ну вот здесь смотрите. Вот здесь уже вот этот вот, вот эта сердцевинка, вот она. Уже побольше. Знаете что, вот это вообще или... Или она так отгорела уже, бля. Это каркалы какой-то кусок этой, бля. Ладно, сейчас еще одну снимаем. Так, еще одну снимаем. Короче. В колодцах вроде все нормально, чисто, масла нету. Колодцы чистенькие. Колодцы чистенькие, масла нет. Вроде нормально там все. Чисто, хаучок. Так, ребята, здесь такая же петрушка. Короче, чуть-чуть вроде как есть. Сердцевинка эта, и вот она. Вот смотрите, вот она. Тут каркалыга, конечно, капитальная, он тоже торчит. Не знаю, что, неужели такой зазор, тут пол пальца можешь пролезть. Так, ну ладно, ставлю на паузу. Все, едем сейчас за свечами. Ну что, мужички, подтвердилась наша тема. Что видно, тут свечи даже никогда, наверное, не менялись. А может, менялись только хрен знает когда. Гляньте. Пожалуйста, вот новая свеча слева. Справа вот эта вот. Это еще оказалось самое хорошее, блин. Ну, в общем, что, приехала к ней без свечи, она мне говорит, на свечку, я не знаю, там женщинка работает, какую надо, там, говорит, даже бывает по винкоду заказывали кому-то. В общем, свечку взял, NGK. Что-то не помню, что за херня. VSR, VSPR, 6E11. Это двигатель F16D. Ну, в общем, у них, я смотрел, там в интернете эти идут, и там еще больше. Ну, может, там и чемпион, там, смотрю, там ставят. Ну, короче, взял вот эти. Сейчас пойдем устанавливать. Сейчас, ребятки, будем устанавливать свечи, вот. Съездил, по-быренькому взял. Короче, сейчас устанавливаем. Пробуем опять запускаем. Мы же видели, короче, что она начала троить там, дергаться, блин. Толпачки, если будете это не опускать, то там какие-то пружинки еще стоят, что эти. Толпачка, то не дай бог, она туда еще упадет. Вот она. Вот она коробочка. NGK. Вот он номер. Двигатель у нас F16D3. Просто немножко ему интересно будет. Мало ли вдруг. Чем-то и поможет мое видео. Сам первый раз все это сейчас делаю. Ну и хотел свечи менять, но все равно хрен его знает, кто тут ездит, сколько проехали. Надо поменять, надо еще маслица сменить будет. Маслица еще не знаю, какое заливать сюда было. Но я думаю, на просторах интернета еще почитаю, что люди говорят. Какое лучше масло залить. Так, ребятки, все, затянули. Так, а что ж теперь натянуть? Голова там не лазит, блядь. Головка вот. Там-то резина что идет, блин. Maybe it's 645, maybe I'm really alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe you know that I'm drunk. Maybe you know what I want. Maybe you're thinking it's better if you order. Пошел делать. Короче, плотненько она. Сейчас мы сделаем так, сейчас мы этот. Ребятки, когда будем закручивать, сейчас мы резиночку, наверное, это снимем. Это ладно, выкручивать хорошо с резиночкой. Закручивать, видите, что, что получается. Она нам, получается, мешает. Вот резиночку мы сняли. И пока ее здесь положим, потом оденем. Так. Все, свечи проверили, все нормально. Все, есть тут. Вот так, аккуратненько по колосу я спускаю. Все. Все, потянули второй. Сильно не прям. Все, отлично. Так, две есть, сейчас еще две ставим. Ничего страшного, ребят, тут нету. Спокойненько сами взяли, поменяли. Если есть инструмент, ключики, все там это. Здесь все тут прям
сверхъестественного нету, бля. Все. Потянули, все. Пойдет. Все, три. Сейчас еще одну свечку ставим. Потом разложим мои провода все эти. Все, ставим четвертую, та же свечечка. Также ставим четвертую. Главное резиночку не потерять. Это потом выкручивать очень плохо будет. Вставлять. Мне проводки раз, два, ну прям слышно, даже защелкивается. Три. Три. Сейчас вот она. Четыре. Все, поставили. Все, где-то сюда. На место вставляем, как она была. Все. Так, ну что? Это все лишнее убираем. За ребятки тоже пока в сторону отложим. Ну что, сейчас будем запускать, пробовать. Так, запускаем, короче, ну что, ребят, в общем, все работает. Сейчас я вам покажу. Все работает. Так, ну что, у нас что? Чек у нас как тогда загорелся, так и горит, ничего не тухнет. Так, здесь ошибки нету. Была же ошибка. Ну, а так, в принципе, все нормально. Сейчас вроде стабильненько обороты держатся. Вроде ничего, нормально все. Так, ну все, до скорых встреч. Сейчас поеду, проедусь. Да и на этом и все, наверное. Потом сменю масло, сменю фильтра. Так что до скорых встреч. Все, в общем.